Всем привет, друзья! Вы снова на канале Бавария 174 Рус. С вами Виктор. Ребят, прежде чем я начну небольшой такой свой обзорчик на свои пару подарков, которые я получил на свой день рождения, которое было вчера, 26 ноября, вот, я хотел бы поблагодарить вас всех. Было очень много поздравлений, всяких разных комментариев, как и в Ютубе, также в Инстаграме. Также и Facebook, Одноклассники, я очень доволен, спасибо вам большое. Писали все, как и друзья с России, Одноклассники, Одногруппники с бывшей учебы, да, очень приятно. Ну и также новые друзья с Ютуба, которые появились за эти 8 месяцев, которые я веду канал. И, конечно же, родственники, всем хочу сказать очень-очень большое спасибо. Отметили мы день рождения довольно-таки так простенько, в семейном кругу. Никто как бы не приходил, никого мы не звали. Только, конечно же, был отец. Вот, посидели маленечко, просто пообедали, пообщались. Мамы, к сожалению, не было, потому что мама в данный момент у нас маленько поправляет свое здоровье, так сказать. Вот. Ну и, конечно же, хотел вам показать мои пару подарочков, которые я получил на день рождения, которым я, ребят, очень-очень рад. Так, ребят, ну и первый подарок, который я получил от своей семьи, от супруги с детьми, да, это вот такая вот камера на трехосевом стабилизаторе. Это камера от фирмы DJI, называется она DJI Osmo Pocket. Очень маленькая камера. Весом она всего лишь навсего 116 грамм. Но снимает вот эта маленькая штучка в 4К до 60 кадров в секунду. Обзор я никакой на эту камеру, конечно, такой делать не буду, потому что обзоров очень-очень много в Ютубе уже есть. Я просто покажу, что я получил. Ну и так, как она выглядит, эта камера, да? Вот, эта камера идет в таком вот чехле. Уже сразу все шло вот в этот маленькой упаковочке. Ну и сама же камера. Вот такая вот малышка. Да, ребят, очень маленькая камера. Вот если сравнить с моей ладошкой, да, вот такая вот она всего лишь навсего. Очень быстро включается, буквально, наверное, за 3 секунды. Ну вот, можете заметить, камера уже включилась. И уже можно ею снимать. Такой вот маленький экранчик имеет камера. Трехосевой стабилизатор, да, что очень таки важно для меня было. Вот, почему я именно хотел именно такую камеру, да. Вот, почему еще? Потому что она очень маленькая. Снимает довольно-таки неплохо. Как я уже сказал, что до 4К можно ей снимать 60 кадров в секунду. И очень отличный у нее сверху здесь гимбал, да, сам стабилизатор. Что очень таки неплохо, я думаю, снимать какие-то небольшие обзорчики, тех же автомобилей, путешествий, где куда-то ездишь, да. Но и также немаловажно для меня было ее размер, да, то, что ты можешь это все снимать в каком-то магазине. Потому что если будешь, допустим, так идти снимать, да, то видно только одна головешка, и мало кто поймет, что это у тебя в руке. Если, допустим, по сравнению с той же какой-то поболее камерой, или тем более с тем же телефоном, да, вот это как бы был большой плюс при выборе этой именно камеры. Ну и довольно-таки много хороших отзывов на эту камеру, поэтому я решил пока, чтобы у меня была вот такая вот камера, ну и заказал, конечно, себе персональный подарок своему семейству. За это я очень, конечно, благодарен. Хочу вам еще раз выразить свою благодарность и сказать спасибо. Вот, ребят, кроме этой камеры, то, что она в чехле, да, идет, там пару аксессуарчиков в ней еще идет, ну, их я показывать, конечно же, не буду. И еще в комплекте шел вот такой вот вассербокс, да. То есть эту камеру можно помещать в этот бокс, ну и либо под дождем, либо где-то на море снимать, да, что тоже очень немаловажно для поездок в отпуск.
Ну а сейчас, ребят, небольшой тест этой камеры. Я маленько прогулялся уже и потестировал эту камеру. Сейчас я вам вставлю здесь кусочек от видео. Я попробовал снимать 1080p 60 кадров в секунду. То есть Full HD 60 кадров в секунду. Всем доброго дня, друзья. Хочу небольшую проверочку сделать своей новой камеры. Как она вообще ведет себя, как она отслеживает. Вроде бы так ничего. Но опять же, как шумы, как звук. Будет ли ветер мешать. Ну и погодка тоже такая довольно-таки пасмурная, прохладная у меня. Пар изо рта хорошо идет. На улице всего лишь навсего плюс 1 градус. Так, маленечко решил просто прогуляться, протестировать свою новую камеру. Как она сейчас снимает, посмотрим. Просто при ходьбе. Как стабилизация у нее работает. И вообще, как картинка, как камера себя будет вести. Друзья, я как-то вам уже говорил о вот этом вот мосте, как правильно говорится. Это мост обычный через дорогу. Обычная трасса вот идет. В городе у нас там дальше чуть выезд на автобан. И на этом мосту вот поставили город, да, получается, поставил вот такие вот лавочки. Не знаю для чего. По мне такая такая вообще опасное дело. Молодежь может сидеть здесь, пьянствовать, попивать пивко. Ну и также с моста могут что-то да и швырнуть, так как внизу, вот видите, находится дорога. Не знаю, правильно ли это было решение принято городом сделать здесь такие вот лавочки, да? Как вы считаете, правильно это или нет? Вот такой вот небольшой парк они сделали. А здесь вот снизу уже дорога, центральная улица, можно сказать, здесь всегда очень много ездит автомобилей. Ну вот такой вот новый подарочек у меня, ребят. Пишите в комментариях, как вы считаете, как картинка, как звук, как вообще стабилизация, да, видео, картиночки самой. Ну и да, я тоже забыл еще сказать, что эта камера может следить за объектами, как и в селфи-режиме. Также, если ты что-то снимаешь, это тоже довольно-таки очень было большим плюсом этой камеры при выборе. Ну и, конечно же, ребят, второй подарок, который мне подарили родители, которому я тоже очень рад. Можно сказать, этот подарок, скорее всего, был приобретен благодаря вам. Вот, так как вы писали в комментариях при обзоре на сад, что у нас очень старая грильница, что пора бы ее уже поменять. Родители тоже обратили внимание на этот комментарий. И, как вы уже поняли, родители мне подарили на день рождения новую грильницу. Да, ребят, новую грильницу, уже более современную, с крышечкой. Вот, ну и эту же сейчас грильницу мы еще, конечно, ее не собрали, да? Вот, ну, я вам сейчас вставлю пару фотографий, посмотрите, как эта грильница выглядит. Вот с этим шикарным, ребят, подарочком, с этой офигенной грильницей, мы будем вместе с вами открывать грильный сезон весной в 2021 году. Ну, вот такие вот, ребят, подарочки я получил на свое день рождения, которым я, конечно же, очень рад. Спасибо вам большое еще раз за подарочки. Также хочу еще раз поблагодарить всех, кто меня поздравлял, кто мне звонил, писал, да, во всех социальных сетях. Очень было очень и очень приятно. Ну и на этой нотке, ребят, сегодня я буду заканчивать. Пишите комментарии, ставьте лайкосы. Всем, ребят, мирного неба над головой. Будьте здоровы. С вами были Бавария 174, Рус и Виктор. Всем пока, ребят. До следующего видоса.